Привет! Вы на канале Elizabeth Books и добро пожаловать во второй день нашего марафона 3 на 3. Как вы уже понимаете по моему внешнему виду, уже разгар дня, 12 утра. Я уже успела съездить к тете и бабушке по кое-каким делам. Сегодня возвращаются мои родители вечером. И, соответственно, утро я пропустила, не засняла несколько отрывков. Однако, это не значит, что я не читала и готова уже представить вам книгу на второй день. Тем более, я начала ее уже читать, на 125-й странице как раз и остановилась. Вчера я уже говорила вам, что очень хочу познакомиться с книгой «Ярость и рассвет». Это восточная фэнтези, романтическая история с атмосферой Востока, с джиннами, со сказками, с песками, вот этой восточной тематикой. На первых страниц мы сразу попадаем в этот мир, в королевство, где правит жестокий халиф. Каждый день он берет в жены девушку и убивает ее на рассвете, и 16-летняя Шахерезада теряет таким образом свою подругу, которую казнили, и она решает отомстить жестокому тирану, стать его царицей, выйти за него замуж и постепенно убить молодого человека, который славится своей жестокостью. Однако с первых же страниц мы понимаем, что здесь что-то нечисто. Нам автор дает уже подсказку, по которой именно убивают девушек, как так случается, почему так происходит. И получается, что с первых страниц мы осознаем, не все так просто, как кажется Шахерезаде на первый взгляд. Конечно же, Шахерезада начинает каждую ночь рассказывать своему новоиспеченному супругу истории, обрывая их на самом интересном месте. И постепенно девушка подбирается все ближе и ближе к тайне, которую скрывает жестокий халиф, ужасному секрету, который, как я подозреваю, может обернуться огромной проблемой для всего королевства. И несмотря на то, что я прочитала не так много, всего 125 страниц, уже чувствуется восточная атмосфера, восточный колорит, все эти сказки «Тысячи и одной ночи», Шахерезада, халиф, их окружение, какие-то традиции, какие-то наряды. Все это так предстает красочно на страницах истории, позволяя ей за небольшой объем все-таки поразить чем-то читателей. Мне не составило никакого труда прочитать вот эти 125 страниц, потому что текст, насколько вы можете видеть, он достаточно крупный. Плюс тут есть отступы, тут есть какие-то пустые места, много диалогов. И все это достаточно в быстром темпе подается для читателей. Но я люблю такие истории, которые не раскачивают подолгу, не дают нам какую-то длительную экспозицию, то, что предшествовало действием, они просто бросают нас в гущу событий, и уже читатель потом судит о том, что происходит на страницах книги, по каким-то открывающимся фактам. И мне безумно нравится эта обложка, она по-настоящему восточная, сказочная, и от нее не оторвать взгляда. Так, я прибралась дома, я немного почитала, сейчас хочу выйти в магазин за необходимыми продуктами, и я продвинулась на 186-ю страницу. Мне действительно очень нравится, это легко читается, это написано в формате некой сказки, очень легкий слог, романтичная история, взаимоотношения главных героев. При этом, да, есть какие-то жестокие нотки, но мне нравятся истории, который рассказывает Шахерезада, в целом, как их отношения с халифом развиваются по ходу повествования, как они постепенно испытывают друг к другу разные, зачастую противоречивые чувства. С самых же первых страниц она уже стала его женой, то есть они вышли на новую ступень взаимоотношений, практически не зная друг друга, и только потом начали приглядываться к друг другу, узнавать тайны друг друга, точнее Шахерезада узнает тайны своего повелителя, узнает, какие темные секреты хранит его прошлое, его детство.
Но и сам Халид тоже испытывает к девушке какие-то чувства, очень теплый, очень нежный, он никогда такого не испытывал, но, к сожалению, огромная тайна мешает ему открыться Шахрезаде, мешает рассказать все, что происходит на самом деле в этом дворце, который окружен тайнами, заговорами, возможно, даже тут будут некие предательства со стороны некоторых персонажей, я уже могу это предугадать, потому что успела узнать. Также у нашей главной героини, до того, как она отправилась во дворец, чтобы стать женой Халида, до того, как она отправилась вот на всю эту огромную свою месть, чтобы отомстить за свою боль, за боль своей семьи, за боль многих семей, которым пришлось пережить то же самое, что и семье Шахрезады и ее подруги. У нее был жених Тарик, и мы как раз видим некоторые главы, которые повествуют о его приключениях, о том, что он делает на данный момент. И вот этот Тарик, он очень мне напоминает Али из серии «Латунный город» Шена Чакраборти. Али был принцем, принцем джиннов. И вот его характер, его манера разговора, то, что он делает, мне очень напоминает жениха нашей Шахрезады. Безусловно, хороший персонаж, которым движет лишь добродетель, но что-то мне подсказывает, что из его добрых побуждений ничего хорошего не выйдет. И я боюсь, как бы он не пошел по стопам Али, но это будет очень интересный сюжетный поворот, если автор все-таки решит что-то с этим персонажем сделать неординарное. Вот здесь у меня стоит принцесса Жасмин, обожаю ее, в восточную тематику просто прекрасно она вписывается, и вот как раз «Латунный город», «Хроники Давабада», вся серия, которую я очень хочу в ближайшем времени дочитать. Прям «Ярость и рассвет» только укрепила во мне это желание. Брала свою берез небольшой подарок от своей книжной феи, одной моей хорошей знакомой. Она подарила мне Айрис Мёрдок и ее «Под сетью». Давно хотела прочитать эту книгу, в целом начать знакомство с Айрис Мёрдок. И вот в списке литературы зарубежной на следующий семестр у нас есть этот автор, и я планирую в самом скором времени начать знакомство с ней. Тем более у меня есть еще один роман Айрис Мёрдок на полочке «Ученик философа». Осталось где-то страничек 60 до конца, и так не хочется отпускать эту книгу. Она мне безумно нравится, намного больше, чем «Бриджертон», потому что там все-таки типичный такой любовный роман, пусть и в интересном антураже, увлекательный, ты следишь за взаимоотношениями героев, но тут моя любимая восточная тематика, которую я просто обожаю, плюсом интересные, необычные взаимоотношения героев, что-то наподобие тематики от ненависти до любви, хотя я небольшая ее фанатка. Восток, как я уже сказала, множество легенд, преданий, такая достаточно интересная, необычная, экзотическая атмосфера. И я все-таки была права, кажется, Тарик пойдет по пути Али, но я думаю, что это все-таки не в таком будет плане, как это произошло в финале первой книги «Латунного города». Я еще не читала продолжение, я не знаю, что будет с этим персонажем. Но что-то мне подсказывает, что вот здесь произойдет нечто подобное. И да, я провожу некие параллели, но стоит признать, что это абсолютно разные истории. И по настроению, и по атмосфере. Здесь больше романтики, здесь именно Young Adult, «Латунный город». Это же серия
фэнтези, уже такого более детального, более проработанного, там больше легенд Востока, больше джиннов, ифритов, различных мифических созданий, время интересных историй, и на этот раз история будет связана с книгами, я думаю, многие знают, а кто-то даже успел заказать в тот момент книги в Читай-городе, когда действовал промокод «Возвращаемся» и плюс скидка от 3035%. Я не могла не подписаться на эту авантюру и, конечно же, заказала себе книги от Азбуки. Я не стану говорить, что там у меня в заказе, но там 5 книг, на которые я сделала ставку. Это что-то из иностранки, большие книги, это что-то из Азбуки, что-то из триллеров и такого более классического детектива. Так что думаю, если все будет хорошо, уже в августе в огромных покупках покажу вам этот заказ. Но вы делитесь, купили ли вы что-то в эти большие скидки, как вообще у вас прошла эта акция. Я видела, что у людей там по 5, по 4 заказов вышло с этими промокодами и достаточно приличных заказов, там действительно много-много интересных книг было со скидками. Интересно узнать, что купили и вы. А я своим скромным заказом поделюсь потом. По моему довольному лицу уже понятно, что книга мне, конечно же, понравилась. И на последних страницах это был очень мощный сгусток интриг и очень мощный крючок на продолжение, на вторую часть. Я очень рада, что она выходит уже в этом году, кажется, то ли осенью, то ли весной. По крайней мере, какой-то кусочек обложки гулял уже по сети. Меня радует, что это диалогия, не трилогия. Совсем скоро выйдет вторая часть, я смогу ее прочитать. И данная книга пополнит подборку восточных ритейлингов, восточных историй, которые занимают определенное место в моем сердце. Мне очень понравилось, как пишет автор, как она выстраивает взаимоотношения между главными героями, как она показывает этот мир, показывает взаимоотношения и поступки героев через какие-то воспоминания, через какие-то действия. Алит Шахерезада очень привлекательный персонаж лично для меня, и их романтическая линия заставляет меня тоже постоянно улыбаться. Это именно тот тип историй, романтических линий, которые я люблю, один из немногих типов. Тарык же, напротив, для меня по-прежнему остается не совсем понятным персонажем, но мне кажется, вот отец Шахерезады во второй книге доставит нашим героям немало хлопот. По крайней мере, я думаю, это должно быть что-то интересненькое. И финальные строчки, финальные абзацы, финальная глава намекают на то, что в дело вмешаются какие-то другие королевства, возможно, будут различные политические интриги, какая-то война, но пока это только мои догадки. На этом я завершаю второй день нашего марафона 3 на 3 для того, чтобы прийти завтра к вам бодрой, выспавшейся, с новыми силами, и обязательно выберем последнюю финальную книжку на прочтение. А вы пишите свое мнение о книге Рене Ахдия «Ярость и рассвет». Ждете ли вы вторую часть? Читали ли вы это восточное фэнтези? Мне будет очень интересно узнать. Ну а с вами, как всегда, была Элизабет Букс. Увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новом видео. И всем пока-пока!